Девушка, которая пришла в компанию своей дочки, здорово, что к нашим мероприятиям привлекает подрастающее поколение. Встречайте, Галина Хуриганова и ее дочь. Меня зовут Галина Хуриганова, мне 35 лет, я мама 5 детей. Пришла сегодня с дочерью старшей в помощь, так как видео не работает. Мое стихотворение называется «Бурятия моя». Бурятия, Бурятия моя, я громко, гордо говорю, я здесь живу, и здесь моя семья. Бурятия, я так тебя люблю. Твои леса, озера, степи, в районах разные они, и каждый житель знает эти традиции, обычаи родной земли. Буряты, русские, татары, казахи, эвенки, армяне, саёты, немцы, украинцы, грузины, чуваши, тувинцы. Они как лучшие друзья, а может, дружная семья. И каждый знает гимн Бурятии, написанный не так давно, его звучание и мелодия в сердцах людей теплом легло. Таежная, озерная, степная, цветущая от края и до края. Две эти строчки нам дают понять. Богатая земля, и нам ее не променять. Бурятия, Бурятия моя! Я громко, гордо говорю, я здесь живу, и здесь моя семья. Бурятия, я так тебя люблю.